Хюба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в игру под названием Сали. Мы первый месяц весь просрали. Короче, мы сегодня поиграем с тобой в игру под названием Сали. Сальная мордашка. В прошлой серии мы остановились с тобой на том, что мы должны достать колбасу у Ким. Окей. Смотри. Сказать Ким. Вот, короче, мы в прошлый раз получили фотку вот этой вот бабени, которая у нас за колбасу отвечает. Точнее, не фотку ее, а фотку ее доси. Фотограф-любитель. Она фотограф-любитель? Лол. Окей. Сказать Ким прекратить кормить птиц во дворе. Окей, я все понял. Я понял, на что ты намекаешь, не игра. У нас есть фотоаппарат. Давай, ты соедини сам. 2x2. У нас есть фотоаппарат. И она любит фотографировать. И у нас есть птицы, которые есть во дворе. Правда, я их не видел, но они, наверное, прячутся. Так, стоп. Вот это Ким. Здравствуй, Ким. Какой-то ты прям стрёмный. Или стрёмная. Я так и не понял. Она чьи девушка, чьи мальчик. Мальчик. Ты ее видел, Виндяй, какой мальчик. Какая девочка. Птицы. Хорошо сказано, я согласен с тобой. Фоткать? О, я могу ее сфоткать. Хорошо. Я так понял, по звукам должен найти, да? О, близко, 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 близко. Вот она моя. Давай, давай, а так это отлично. Улыбнись. А, да, это ж птица, она не умеет. Хорошо, теперь у нас есть фотка птицы. Еще я ей такая, вот смотри, Ким, вот тебе фотка птицы, дай мне колбасу. А, да, наверное, что-то типа того и будет. Он скажет, ой, ты какой ты хороший мальчик, вот тебе на колбасочке, а то худой совсем. Ох, у меня для вас кое-что есть. Что это, фотография птички, ты сфотографировал ее, а? Ага, для вас, небольшая благодарность за всю вашу работу. Ты милый мальчик, Салли, спасибо. Я тут подумал, а вы не могли бы сказать мне, откуда привозят колбасу? Почему ты так заинтересован этой колбасой? Ну, нам с друзьями очень нравится эта колбаса. Прям обожаем. Мы ее первые фанаты. Мы хотели бы узнать, где ее можем еще купить. Я себе килограмм хочу. Это дело рук миссис Панкертон. 100% говядина. Она проводит ее с фермы каждую неделю. Вот, держи еще немного мяса за то, что подарил Ким милую фотографию. Спасибо. Спасибо огромное. Ким, ты просто душка. Подушка. Так, хорошо. Значит, нам нужно... Теперь колбасу отнести Тодду. Оки-доки. Что в колбасе такого? В общем, если ты вдруг забыл весь замес. У нас есть колбаса, которую дают нам в бутербродах. И эта колбаса какая-то странная. Эта колбаса очень неправильная, нехорошая. И всем она не нравится, кроме одного жиробасика, которому пофигу. Я принес еще колбасы. На, идеально. Ким сказал, что ее делает мисс Панкертон. О, нифига себе, она ведь живет в апартаментах. Откуда она достает мясо? Из котов. Она из котов или собак. А серьезно, кстати, может быть что-то такое? Ах, да, я и забыл, что она там живет. Я ее очень редко вижу. Наверное, за все время всего пару раз замечал ее в здании. Она поздно возвращается. Думаю, она совмещает несколько работ. Учителям-то не так много платят, так что это обычное дело. Да, она и учитель, и мясник, и уничтожитель котов на улицах. Все раскрыто, тайна раскрыта. Впрочем, когда миссис Панкертон дома, там довольно шумно. Это странно. Вот, она котов забивает. И что будем делать? Спросим миссис Панкертон об этой странной подработке? Не, не думаю, она и нас забьет. Или вы попробуете скрываться до истины правды. И мы будем в бутербродах. Я не хочу быть в бутербродах. Не, не знаю, что думаешь сам? Давайте немного сами повынюхиваем, прежде чем пойдем к Панкертон. Не нравится мне все это. Если правда происходит что-то гнусное, не стоит давать Панкертон знать, что мы этим заинтересовались. Вот именно Салли. Точно. Салли, мы план весь создали, во. Хорошая мысль, Салли. Отлично, тогда почему бы вам с Варей не осмотреть кабинет миссис Панкертон, пока идет дом? Обед. Я специально, кстати, игру не смотрел пока, вообще нигде. Максимально избегал спойлеров, потому что Салли Фейс — это такая игра, в которой могут быть спойлеры. А мы с Тоддом закончим обследование колбасы. Читаешь мысли? Ладно, скоро вернемся. Окей, скоро вернемся. Меня прям сюда телепортировали. Ларри, постоишь на стреме, жди у двери на случай, если кто-то решит сюда зайти. Бей его в лоб, если вдруг что. Ну, ладно. Окей. Стол. Черт, ящики закрыты. Ты ведь помнишь, как скрывать замки, да? Я тебе показывал. А, но здесь нет замочной скважины. Нужна комбинация. Гремучий случай. Ну и как нам открыть эту хреновину? Там вверху 3-1-4-1. Дай-ка я посмотрю. Число пи подсвечено. Я это вообще сразу заметил. 3-1-4-1. 4-1. Вот! Мисс Панкертон, ты, конечно, может быть и великолепный забиватель всякой живности, но пароль ты прячешь очень плохо. Открыл. Здорово сработано, чувак, что внутри? Кипа работа по математике и... Погоди-ка, здесь скрытый отсек.
Чувак, да здесь какая-то крепотень. Что это? Не уверен. Она сатанист! Или волшебник, или демон! Небольшие баночки, заполненные чем-то напоминающим специи, может для готовки. Сомнение. 7-5-4-2-8-6-6-5 на них написано. Слушай, а я хочу записать. У меня есть мой телефон как раз рядышком, давай я на него запишу. 7-5-4-2 и 8-6-6-5. Ну еще там справа что-то, может быть нам это понадобится, может быть и нет. Библия, но в ней ничего особенного. Птичий череп, как-то жутковато. Может быть Ким фоткает ей птичек, а она их убивает. Кристаллы? Они крутые. Интересно, для чего Пинкертон их использует? Ха-ха, точно для рисования. Куча бумаг с разными заметками, нацарапанными символами. Похоже, они написаны на другом языке. Не могу их разобрать. Ну да, на языке геометрии. Странный металлический предмет, похожий на шкатулку Джима. Он может оказаться важным. Отлично! Я нашел какую-то шестеренку. Какая-то металлическая коробка, прям как... Ёп! Чёрт. Это опять произошло? Ага, я... Я что-то немного глючую. А, я понял, тут пропуски. Нет, я не могу этого расшифровать. ТНТ зато написано. ТНТ. То енотик написано. Неотик. Не знаю, я не знаю, как это расшифровать. Я думаю, что это можно расшифровать и найти какое-то решение, какую-то мысль, но я не знаю. Ты уверен? Может, дело в обезвоживании, ты еще и не пообедал. Все кончено. А? Все уже закончилось, я имею в виду. Все в порядке, все прошло. Но, неважно, нужно встретиться с Тоддом и Эшли. Почему Салли так забивает на все это? Окей. Ребят, мы нашли в столе у Пинкертон какие-то стрёмные штуковины. А как тесты продвигаются? Мы не выявили никаких признаков вредных химикатов и бактерий. Впрочем, думаю, мы все согласимся с тем, что здесь происходит нечто странное. Ладно, это не коты. Тогда как это вообще хрень? Что бы это ни было, давайте не говорить об этом пыху. Беднягу чуть удар не хватил, когда перестали подавать мясной рулет. Да, наш права, пусть это останется между нами, пока не поймем, что происходит. Ладно, похоже, мы знаем, что дальше делать. На заднем фоне рисунок от шимпанзе к получеловеку, человек с копьем и жирному парню. Его такое пузо большое. Блин, я опять пропущу все самое интересное. Мне нужно будет присмотреть за Беном до прихода родителей, а может и после. Ну, Эшли, позднее, в этот же день. Ну, Эшли, ты пропустишь действительно все веселье. Эшли, не могу придумать рифму. Мне понадобится немного времени, чтобы все подготовить. Ничего страшного, все равно все нужно сначала кое с чем разобраться. Ладно, встретимся в комнате Тодда, когда все будут готовы. Да, отлично. Забились. Окей, мы вернулись походу домой, да? О, старый добрый дом! Чем мне надо? Встретиться в 202-й. Мисс Розенберг. Вы кто-то? А, это вот это... Розенберг, это ж ты, вот эта бабуся, да? О, здравствуй, мистер Салли, Салли, милый Салли. У вас усталый голос, все в порядке? Я старая, отстань от меня. Да-да, все в порядке, просто отвлекалась на собственные мысли. Ты знаешь, как со мной бывает. Вы дочитали эту книгу? Да, читала. Она вам вроде бы нравилась, что-то не так? Концовка не по душе? Большинство концовок лишь ложь, которую мы рассказываем себе, чтобы создать обманчивую иллюзию надежды. Что вы имеете в виду? В реальности не бывает счастливых финалов, Сал. Финал един для всех, и он ужасен. Смерть. Вы не можете знать точно, Роуз, а даже если и так, то разве жизнь не становится от этого еще более драгоценным даром? Это наш единственный шанс сиять так ярко, как только можно, чтобы нас не поглотила вечная ночь. Поэтому я пытаюсь прожить свою жизнь как можно полнее, на случай, если другого мне не будет. Глубокая мысль, хорошая мысль на самом деле. Не для тебя, мальчик мой, а? О, не обращай внимания, дитя. Меня восхищает твой оптимизм. Я его, боюсь, уже давно потеряла. Не для тебя? Не для тебя, типа, будет хорошая жизнь? Ладно, мисс Розенберг. Ой. Чё тебе надо, Сэл? Просто хотел узнать, как у вас дела. Я, может, и старая, но сама могу о себе познакомиться. Большое спасибо. Окей. Я всего лишь подошел к вам, здрасте сказать. Ля ты жопа, мистер Гибсон. Миссис Гибсон. О! Помнишь, в первой серии был вот этот мужичок, который давал всем чай бесплатно? Добрый вечер, Салли. Как поживаешь в этот прекрасный денек?
А счет за 50 центов продаю чай. Здравствуйте, мистер Эдисон, я в порядке. А как вы поживаете? Прекрасно, юноша, зарабатываю на чай. А вам нравится новая выписка? Она чудесная, благодаря вам с Ларри... А, это мы! У меня словно собственная чайная. Скучаю по тем временам, когда раздавал чай жильцам бесплатно. Но я просто не мог себе позволить продолжать. Я рад, что вам понравится. Еще считаю, что брать деньги за чай абсолютно резонно. Все понимают. Как я рад это слышать. Есть новые жильцы? Боюсь, что нет. Хотя на следующей неделе придут смотреть на комнату. Так что, думаю, надежда на горизонте виднеется. Уверен, вам скоро улыбнется удача, Теренс. А если чем-то понадобится помощь, не снесь попросить. Ты так добрый, Сам. Спасибо большое тебе. Хорошо, а мне бы чайку ты дал хотя бы. Здесь никто не живет, ну отстой. Ну ладушки, короче, все в этом доме как всегда странно. Очень странный дом, в котором живет Салли на самом деле. Прям, очень странный мир, в котором живет Салли. Квартира Тодда, Никого дома нет. Сейчас мы пойдем в квартиру Тодда, в которую нам нужно, но... Сначала... Хотя ладно, мы потом все с тобой посмотрим. Давай сразу по сюжетику. Квартира Тодда. О, слышь, у нас же в самом ли... Привет. А что у тебя такое странное с лицом? Ты задыхаешься? Здравствуйте, мисс Моррисон. Эй, Салли. Собираетесь на поиски очередного приключения? Что-то типа того. Я думаю, это прекрасно. Жизнь полна потенциальных приключений и невероятных тайн, которые только и ждут, когда их изведают. Вы абсолютно правы. Вы упороты. Да, и просто нужно поймать момент. Хотя порой приятно расслабиться на диване после долгого дня. Понимаешь, о чем я? Мы с Рэем смотрели телевизор, а потом отрубились, словно малые дети. Хе-хе, разве не милаш? Да, наверное, только вот у вас нет... Только вот у вас нет телевизора. Да, разве это не прекрасно, жить без всего этого ужасного дома? Упоротый ты поверь, хорошо. Тот! Прекрасные у тебя родители, я посмотрю. Где вы нашли грибы? Скажите, где вы их прячете? Покажите мне, я тоже хочу. Что это? А, это ванная. Это очень вонючий таз. А, вот он! Вот они, что и у нас не грибы. У нас волшебный дым. Вот это что. Родителей Тодда заперт, а вот и сам Тодд. О, здорово. Какая злая рыба. Ленькая недовольная рыба. Боб. Хорошо, Боб. Что программируешь? Вы готовы? Готовы. Пока мы не начали, ты, возможно, хочешь с собой взять приставку на всякий случай. А, да, хорошая мысль, скоро вернусь. А где она? Приставка 402. Хорошо, спасибо. Кстати, а как там мой батяня поживает? В прошлой серии что-то там батя что-то там был. Что-то у него нехорошо, по-моему, было, не? Или я что-то путаю? Ну ладно, сейчас увидим. 402, квартира... Кого? Моя квартира? Это фей. А когда фея нет, ванная. Оп. Сау, мне нужно снова на работу. Буду поздно. Если не поужинаешь с Лизой и Ларри, в холодильнике есть кое-какие остатки. Прости, что в последнее время я постоянно занят. Может, удастся выбраться куда-нибудь на выходных. Люблю тебя, папа. Спасибо, папусь. Так, окей, у нас есть кот. Кстати, никогда не видел кота в прошлой серии. Ёб твою мать! Какого? Что? Подо что? Извини, Котофей. Если что, не заходи, мисс Пендер, там, возможно, я приготовлю колбасу. Прости, Гизма, я не знал, что здесь. Окей, коты в ванной, это абсолютно нормально. Коты растут в интеллекте. Скоро они начнут на компьютере работать, книги читать, мир захватят. А пока они начали с ванной. И захватили ванну, козлы. Меня это испугало. Чайная чашка. А, это... Стоп, что я взял? А, ключ-карта. Ништяк. Дринь. А че еще могу стырить? Таблетки. А нафиг мне таблетки? А может как-нибудь поинтереснее? О, бля, там нарисован какой-то паренек внизу. Я буду просто ходить везде пытаться все подобрать, потому что здесь игра подлая немножечко. Здесь не везде есть возможность... Под кроватью что-то есть. Ага, я же говорил. Я же тебе говорил. Это старая фотография мамы. Я думал, отец их все выбросил. Привет, мам. Я скучаю. Надеюсь, ты обрела покой. А, посмотреть я не могу. На обороте что-то написано. Генри, ты мой лучик света в темном царстве. Не верится, что у нас будет малыш. Я так счастлива, все просто замечательно. Люблю тебя, Диана. О, это грустно. Это грустно. Компьютер, могу забрать? Включен, но нужен пароль, может удастся узнать его. Герению Фишер. Нет, не знаю. Ну, ладно.
Нет, на картине, на фотке ничего нету. На-на-на-на-на-на, я думал, может быть, на фотке что-нибудь полезное будет, а нет. Ладно, у нас очень умный кот, это мы теперь точно знаем. Хорошо. Тот, если ты не будешь умнее, скоро тебя мой кот обгонит. Скоро мой кот будет в лаборатории всем заводиться, а ты нет. Вы готовы? Да, теперь готовы. Я подключусь к камерам и смогу зацикливать запись пустого холла, пока вы не вернетесь. Будьте осторожны. Вау. Слушай, Тото, ты прям реальный шпион. Молодец. На, Петулю. Красава. Что происходит? Готовы. Круто. Надо быстренько управиться, пока она не вернулась. Мы узнаем. Мы узнаем, что за колбасный инцидент. Мы узнаем, что... Что находится в колбасе. Чувак, тут как из жопы воняет. С душком грязных ног. Класс. Моя любимая. Божечки, лучше нам здесь не задерживаться. Не могу долго переносить эту вонь. Вонь? Там трупы. Вдруг она... Помнишь, в прошлой серии мы нашли 3 потерянных ребенка? 4 потерянных ребенка. Вдруг мы... она заставляет нас есть людей. Детей. Зацени-ка эту картину. Что если Пенкертон и правда работает на ферме? Не знаю, у меня эта картина странное ощущение. Словно озноб. Ага, я тоже это чувствую. Давай осмотримся. Классное старое радио, только вот не включается, наверное, сломано. Посмотри на рожу этой замечательной женщины. Просто зашибись. Подгузники. Тут здоровая подговка подгузников. Как думаешь, им пользуется миссис Пенкертон? Наверное, чувак, Пенкертон же развалюха. Отвратительно. Ладно. Окей, окей, окей. Фу, там личинка плавает. Ну взяла бы что. Когда она последний раз мыла свою ванную комнату? Не знаю, мы ее мыть не будем. Окей, а что в холодильнике? Нашел в холодильнике что-нибудь странное? Да не, обычные продукты, но на морозилке висит знак МОК. Сможешь его открыть? Ага, дай мне минутку. На. Окей. Он заполнен колбасой, замороженными овощами и просто другими продуктами, ничего необычного. Ну хорошо. Так, подожди, я тут... А, да. Готово, класс. Подожди, а как пользоваться моей штукой, я забыл? Я не помню. Я могу достать ее, нажав Shift и включить, нажав R. Давай проверим. А, нет, не могу. Подожди, а я ж нажимаю R. Хорошо, спальня 2. Заперта. Ларри, а это ты вскрыть не можешь? Стрелки часов застряли на 15-14, когда я пытаюсь их сдвинуть. Они просто возвращаются на свое место. 15-14, новое число. Спасибо. Хорошо, я думаю, это нам понадобится. О, тут код, да? Какой-то странный механизм. Ну, карточка. Чашка. Ну ладно. Стоп! А вот это? Нет, 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 нет. Ладно. Ладушки, ладушки, давай пойдем, пойдем посмотрим, что у нас в морозилке хранит эта странная женщина. Ладно, давай открывать. Она сатанист. Так и знал. Я тоже. 1047. Слушай, а вот эти цифры, там тоже вот на этом порошке было по 4 цифры. Это значит, что она у нас перемалывает их в порошок или что-то такое? Так и знал. Фу. Это правда козы. Я ж, бля, говорил, чел. А еще фу, мерзость. Не думал, что так просто. Давай попробуем забраться в те спальни. Ладно. Окей. Окей, она сатанюга. Ох, непрасно мы походу сюда пошли. Чувак, замок очень чудной. Не уверен, что смогу взломать, но попробую. Молодец. А я пойду. Похожу. Еще может опять что-то страшное будет в ванной. А здесь? Здесь что-то есть? Подозрительное. Нет, нет, ничего. Ну, окей. Смотри, а тут еще... Нет, ничего полезного. Ладно, здесь. О! Что-то нашли! Кровь! Коза! Здоров, коза! Привет, малыш. Ме-ме-ме-ме. Замечательно поговорили. Просто класс. Что это было за хренотень? Призрак козы, судя по всему. Мне, наверное, уже не стоит удивляться, но такого я точно не ожидал. Да ладно тебе. Ты с какими только призраками не общался. А, да, просто колбаса. Еще. То есть мы можем... Мы спрашиваем что-то у козы, если вдруг что. То есть теперь у нас есть собеседник, коза. Здравствуйте, мистер коза. Прекрасно было поговорить, мистер коза. Возвращайтесь еще. Окей, зато я теперь точно знаю, как это работает.
Оу. Подожди, а радио? Ну-ка, 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 ну-ка. 1047 нету. 1047 есть! Есть просто... Там была надпись на козе 1047. Там музыка. Просто страшная музыка оттуда идет, и все. Ладно. А если врублю еще раз 1.04... Ну ладно, ладно, ладно. Я попробую еще 1.047 врубить и попробую поговорить с козой. Ну что, как? Чувак, очень чудной. Не уверен, что могу взломать. Так а что ты ждешь? 15.14, когда я пытаюсь их... 15.14, тоже вот интересность. Это вскрыть не могу. Хорошо. Давай попробуем 15.14. А 15.14 нету вообще. Окей, 1.047, попробуем включить и пойдем снова поговорим с козой. Это единственный вариант, который пока что у меня есть. Коза! А, коза! А, коза, лебезя, тебе вот то что-нибудь говорит? Может, музыка похожая, знакомая? Здравствуйте, мистер коза. Ме. Ну, понятно, мистер коза, как всегда, очень хорошо со мной общается. Ну, тут написано же 1.047, не просто ж это так. Это по-любому какой-то... И вот там есть 1.04... Это неспроста. Подгузники. Может быть, я могу как-то... Нажать куда-нибудь еще? Здесь у нас нету тоже ничего. Ну, тут у нас есть личинка, но... Нафиг мне твоя личинка. Радио. Да что-то надо с радио сделать. Давай пробуем вот это. Вот это. Вот это. А может быть, вот эта дверь откроется только когда будет какой-то звук? Видишь, какой-то странный... 1.047. Врубили. 1.047 что-нибудь откроется? Нет, здесь. А-а-а! 1.047. 1.047. Она заперта. Слушай, а раньше я мог это делать? Подожди. Давай я попробую поменять на что-нибудь другое. Просто раньше он просто говорил, типа, здесь. Да! А, 1.047 для того, чтобы вот это разблокировать часы. А потом мы должны взять 15.14. Я не знаю, не помню, откуда я взял это число, но оно... Нет, смотри. Один. Как только я вот это отменяю... Так, давай, ладно, попробуем... 4. 5. На. Окей. То есть нужно было посчитать, сколько коза говорит раз ме. Она говорила. Ме. Окей. Ладно, ребят, я думаю, что на этом все на сегодня пока что. Мы увидим с тобой в следующей серии, которая выйдет очень скоро. И пока на этом все. Всем пока-пока-пока и удачи.